Всем привет, друзья! Сегодня будет новое видео на моем канале, посвященное утеплению. Сзади меня находится замечательный дом из газобетона, двухэтажный дом, два полноценных этажа, холодный чердак. Здесь наша задача — утеплить чердачное перекрытие. Задача такая не очень простая, потому что здесь идет стропильная система, это ферма на МЗП. Там идет нестандартный шаг от балки до балки, это 80 сантиметров. И сегодня я хочу показать вам, какими нестандартными решениями мы пользуемся для того, чтобы нам качественно утеплить это перекрытие. Заходим в дом. В доме у нас вот такой вот утеплитель, замечательный УРСАП РУАН в плитах и в рулонах. Тут вот уже ребята делают утепление, да, частично уже какой-то утеплитель уже у нас находится между ферм. Вот, соответственно, этот утеплитель — это та часть, которая еще не утеплена. Поднимаемся на второй этаж. Заходим в эту комнату. Вот это вот у нас уже финишное покрытие. Классический для нас вариант — использовать пароизоляционную пленку Delta Reflex. По периметру видите, вот эти вот края пароизоляционной пленки загнуты. Это сделано для того, чтобы мы ее потом могли приклеить. Приклеивать ее будем клеем Delta Tix VDR. Дальше идет шаговая обрешетка примерно шагом 30 сантиметров. Сухая строганная доска 100 на 20. И видите, вот все места, где у нас закручены саморезы, там у нас есть уплотнитель, который обжимает продырявленную пароизоляционную пленку. Вот, соответственно, это место у нас максимально герметично. Дальше у нас тоже идет уплотнитель, он закрывает все скобы. То есть у нас получается такая максимально воздухонепроницаемая конструкция. Соответственно, все стыки мы проклеим специальной лентой, называется Delta Multiband. Дальше внизу у нас здесь два вида утеплителя. Утеплитель плитный, УРСАП РУАН, и утеплитель рулонный, УРСАП РУАН. Видите, вот рулон тут ребята размотали уже. Почему мы конкретно здесь применяем рулонный утеплитель? Потому что расстояние от фермы до фермы, видите, какое широкое. Примерно в среднем здесь 80 сантиметров. Получается, у нас рулон идет, размер его 10 метров примерно в длину, и в ширину получается 1,25 м. Соответственно, мы можем отрезать, например, если у нас расстояние 80 сантиметров, мы можем отрезать кусок 81 сантиметр, у нас получается такая плита 81 на 1,25 м, и соответственно ее вот так вот вставлять, как здесь вот мы соответственно вставляем, так чтобы у нас не было здесь никаких стыков, вот, чтобы у нас была от фермы до фермы такая вот целиковая плита. В этой комнате тоже уже сделана пароизоляционная пленка по такому же принципу. Здесь тоже вот у ребят рулон, везде разложили они, короче, утеплитель. Здесь вот плитный утеплитель, рулонный утеплитель, доски в этой комнате. Здесь вот они положили. То есть мы здесь еще, видите, нашиваем поперек балок брусок 50 на 50, укладываем его перпендикулярно, да, для того, чтобы перекрыть возможные мостики холода. В общей сложности вот это вот балка у нас 150 мм, брусок это еще 50 мм, то есть получается в общей сложности у нас утепление в этом доме будет 200 мм. То есть здесь у нас идет плитный утеплитель 1,25 м на 60 м, а сверху у нас мы укладываем уже рулонным утеплителем, десятка у нас там идет и соответственно пятерка. В этой комнате тоже вот ребята делают утепление. То есть мы сперва делаем низ. Вот качество можете оценить, качество работы. Там так сверху поправить. Да, вот тут мне подсказывают, что они сверху будут поправлять. Соответственно, дальше сверху они уже будут укладывать рулонный утеплитель. Посмотрите, забрался я наверх, на чердак. Здесь мы, чтобы вам показать уже, как мы укладываем рулонный утеплитель. Вот так это выглядит. Посмотрите, вот реально вот этот утеплитель десятка, да, но он очень сильно разбухает, и по факту он как идет как пятнашка. Если так вот с торца посмотреть, то утеплитель больше похож не на 15, а на 20 сантиметров.
Там тоже вот все утеплено. Такая непростая задача у ребят. Здесь вот сверху везде гвозди от гибкой черепицы. Им нужно очень аккуратно туда пролазить, для того, чтобы все голову не пробить от гвоздей. Такая у них двойная задача — сделать качественно и максимально себя не повредить. Вот. Ну, что я хочу сказать, то что в данном случае нам удобно применять рулонный утеплитель, потому что он позволяет решить такую вот задачу, когда у нас расстояние от балки до балки идет нестандартное, вот, максимально качественно, как вы увидите. Видите, нету никаких зазоров, утеплитель лежит ровненько. Вот, сделать такую вот качественную энергоэффективную конструкцию. Дом находится в Московской области, в Истринском районе. Толщина утепления здесь вот 20 сантиметров. Так вот мы делаем энергоэффективную конструкцию с пароизоляционной пленкой. Качественно вот так вот мы утепляем перекрытие. Все, друзья, всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии.